финансовый рынок Казахстана, он хоть очень развитый, но именно сектор микрофинансирования имеет огромный потенциал. Поэтому мы с большим интересом смотрим на казахстанский финансовый, микрофинансовый рынок и как бы ждем больших перспектив, партнеров, расширения партнерства с текущими нашими партнерами. Что касается сравнения с другими странами, то я бы сказал, что в Казахстане вот именно для развития микрофинансового сектора очень большой вклад внес КМФ с его вот нестандартными подходами, можно сказать, и с его вот большой поддержкой его акционеров, партнеров, инвесторов. И в отличие от других стран, если, например, в других странах все-таки рынок очень, как бы сказать, там много очень игроков одного уровня, то, безусловно, в Казахстане видится, что КМФ всегда идет вперед. И я думаю, вот это как бы одним из основных отличий между рынками вот соседних стран и Казахстана. Мы с КМФ начали сотрудничать 2014 года, однако у нас очень консервативная организация, мы наблюдали за развитием компании очень долго. И одно из самых важных факторов нашего сотрудничества, почему мы сегодня здесь находимся, это социальное воздействие КМФ именно в Казахстане, потому что в нашей организации, вот как отметили наши другие партнеры, наша организация обязательно там финансовая составляющая играет важную роль, но больше как бы внимания мы уделяем именно на социальное воздействие наших партнеров именно в стране. И в этом отношении, я думаю, КМФ стоит, можно сказать, на первом месте в Казахстане. Есть специализированные структуры, которые наблюдают за социальным воздействием, мониторят. И я думаю, это вот является одним из отличий от других микрофинансовых компаний в секторе.